Первоуральский боксер-профессионал Марк Урванов готовится к рейтинговому поединку. В этот раз на ринге он встретится с филиппинским спортсменом Марко Демисильо, на счету которого 32 боя, 19 из которых он выиграл нокаутом. Боксер с ударом, боксер опасный. Он ниже меня на 7 сантиметров. Поэтому надо будет сразу держать его на дистанции, расстреливать его. И при удачном моменте, конечно, хорошо было бы попасть. Поединок состоится на международном турнире, который пройдет в Екатеринбурге. В предыдущих двух боях Марк Урванов одержал победы, отправил своих соперников в нокаут. Сейчас первоуральский боксер входит в пятерку сильнейших в российском рейтинге второго полулегкого веса и в случае победы сможет укрепить свои позиции. К своему 19-му профессиональному бою наш спортсмен готовился дольше обычного – полтора месяца. Опыт его соперника Марко Демисильо выглядит более внушительным – 24 победы и одна ничья в 32 поединках. Бой состоится на ринге Академии единоборств РМК 13 июля.